Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня архи. Сейчас быстренько постараюсь на сардале максимум набить и перебежать на основу. И там что-то набить интересное. Архи нестандартный, урон по зоне отражает, иммунитет к эффектам, уменьшение энергии. В общем, надо его замораживать. Так, что у меня есть по героям? Ну, тут любой мой вариант будет сливным. Поэтому без разницы, каких я тут бы героев не взял. Это все-таки без донат. Ой, не успел. Но набили 99. Так, сейчас опять стартану стыкер с этой. Урон по зоне. В общем, его надо быстренько замораживать. Других вариантов я пока не вижу. Не давать ему просто включаться. Отлично. Новый топ-урон. 123 тысячи. Так, окей, хорошо, поехали на основу. Постараюсь там сейчас побыстрей все сделать. Так. Времени у нас, конечно, немного. Я поздно начал, потому что проходил Анхейм, принимал в гильдию. Ребят, если кидаете заявку, пишите в телегу обязательно ник, силу, чтобы я мог с вами связаться, добавить группу и прочее. А пропуск БГ однозначно кик, поэтому даже не обижайтесь, это было основным с условий, без донатов. Так, окей, кого мы будем сюда брать? Давайте попробуем сейчас быстренько стартовый составчик. Тыковка однозначно будет. Этих всех можно, думаю, выбирать. Такс. Пробуем Лазуля раз. Вольта не будем брать. Артика однозначно будет. Так, Анубис. Огник. Рогатка. Ну, вариант Бигфут, конечно, тоже, в принципе. Но можно будет потом заменить кого-то, взять на урон даже. Даже Бигфута можно убрать, поставить сюда укротителя. Вот такой вот вариант. Правда, у меня смотрителя нет. Так, ладненько, собираем быстренько всех. Тыковка, одну эмблемку, ангел, в принципе, тут без разницы. Будет у вас отхил, не будет, если он включится с солюцией все сразу. Так, тыква у нас собрана, лазуликс. Он у меня без скина, тут опять же надо талантики. Так, укротитель у нас собран. Так, укротитель 2, химка. Сейчас поснимаю быстренько руны. На лазулю, в принципе, поставим ремку, чтобы он включился. Ну, можно и без ремки попробовать. Но первый тестовый заходик у нас будет именно такой. Так. Лазуля 2 есть. Ведьма. Снимаем. Воль то же самое. Так, ну на Артику надо будет потом поставить. Поставим так раскол. Питомцам поставим вот так. Дальше огник. Будем начинать именно с огника. Панчбокс. Так, есть. И рогатка.
Рогатку я тоже не дособирал. Ну а так, тестовый состав, потом что-то поменяем. Для того, чтобы вы понимали, как с ним воевать. Так, смотрим. Ну, вроде всех собрали. Поехали. А, стартуем сразу с Лазуликса, чтобы он включился. Лучше, конечно, с Овника. Попробуем так. То есть надо по максимуму его застанить, заморозить. Можно сюда даже медузу брать. Желательно пиромахов иметь. И опять же надо, чтобы удачно у вас переключился. Только он один раз включится, ваши герои сольются. То есть тут надо иметь эмблемы смотрителей. Прокачки желательно. Ну, как видите, вот так вот его надо бить. Это вариант такой. Можно вместо Огника поставить, попробовать Медузу. Бигфута также можно тут использовать на заморозку. То есть такой вот вариант. Так, если мы уберем кого убрать. Попробовать убрать. Ну, хотя тут лучше не убирать. Вот в среднем, видите, главное, чтобы он не включился. То есть 2-3, то есть по-разному. У меня просто эмблемы не все. Я, как вы видите, забросил немножко этот сервер, поэтому вот он включился. Видите, миссанули мы и все. Ну, набили 1-4. Так, можно кого убрать? В принципе, некого убрать. Поехали еще старт таким же составом. Пробуем. Ну, тут все рандомно, то есть сорвался и все. Других вариантов нет. То есть вы можете максимум, что это подбирать героя, можно убрать укротителя, но у вас будет урон меньше. На этом архе можно там поставить Бигфута того же самого, будет больше заморозки. Возможно, вы больше набьете, но ну, как бы в плане того, что дольше простоите, но не больше набьете. Поэтому тут опять же, как и во всей битве замков рандом, то есть архидемоны плюс-минус 100-300 миллионов на максимальных прокачках, это нормальное явление. Ну, если бы я выставил тут все полностью эмблемы так, как надо, то, я думаю, мы бы набили где-то под 4. Это если при условии он не сорвется. Но сейчас попробуем, конечно же. Сейчас посмотрим, что там у меня по рунах есть, по остальному, чтобы набить. Вот видите, сразу же моментально у нас получился срыв. Так, сейчас у нас попытки обновят, пока мы попробуем это придумать. Так, тут у нас ничего нету по эмблемам. Такс. Поехали таланты, посмотрим, может у меня там что-то есть еще. Загашники. Так, один есть. На кого мы его поставим? Так, у нас там Арктика, рогатка с замедлением. Так, давайте еще разок. Укротитель у нас собран. Это тоже собрано. Сейчас я посмотрю еще по рунам, по эмблемам точнее. Так, Арктика. Ну, хватает, как видите, даже мелких. А вот есть одна. Так, можно на рогатку поставить. Так, у нас стрелки есть.
Давайте на рогатку поставим. Все, обновилось. Сейчас еще разок попробуем. То есть такой вот состав. Подбираете уже героев и с ними пробуете. Ничего сложного, в принципе, в этом архидемоне нет. Главное иметь там либо эмблему, потому что вы не набьете топовый урон. Ну и, конечно, замедлить его хорошо. Так. Что я хотел? Где моя рогатка? Блин, не привык к этому алтарю. Так, все есть. Поехали, стартуем опять. У нас попытки должны откатиться. Стартуем с огника. В любом случае вы его зарядите, как бы не хотели. То есть, если мы отсюда уберем кого-то у нас получается серый, два зеленых, да, убрать рогатку попробовать, либо огника убрать тоже можно попробовать, поставить бигфута. Ну, как бы смотритель тут не особо вам поможет, честно говоря, либо убрать укротителя, поставить того же самого бигфута, надо просто словить удачный заход. Магия как раз, знаете, как только. Либо бигфута лучше даже поставить, он будет автоматом морозить. То есть он заморозит. Ну, рандом, ребят. Все рандом. Вот сейчас он появится, если не включится, сорвется. Включились. Ну, могут сорваться на пути. То есть на половине могут сорваться. Рандом. Для того, чтобы не срывался, есть еще вариант, я показывал на этого, на ледяху пробовать водушку ставить, с водушкой его пробовать, чтобы он заряженный все время был, потому что вот именно вот это время, когда пропадает его скилл, включается у нас архи. Это самая основная проблема, и особенно эта проблема, когда он будет не набран. И у вас идет перезалив. Ну, два вот набили уже практически. То есть надо ловить удачу просто. Вот сейчас все включился. Как видите, не попали. Ну, два таки набивают, видите. 2-1, вот их кто-то набил. Давайте поставим вместо укротителя бигфута, попробуем. Посмотрим такой вариант. Знаю, правда, мы 3, хотя может и набьем, но я сомневаюсь. Это тот же самый вариант. Ай-я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 й. Неправильно, я чуть-чуть бросил. Не успел его заморозить. Тыковку потеряли, к сожалению. Но без тыквы мы тут уже ничего не сделаем. Но может продержимся 3 минуты. Это будет тоже интересно.
карт у меня, по-моему, здесь нет. Сейчас попробуем паролить. Может, выберем карту. Ну, как видите, то есть вот такой вот вариант держится. В принципе, очень долго, но нет урона. Смысла, думаю, дальше вам показывать. То есть такой вариант есть. Поехали, попробуем. Если нет, то уже завтра вам еще запишу. Такс. Магазин. Let's go. Ищем карту на архе. Вряд ли, конечно, она тут упадет нам. Русский сервер, блин. Не падает. К сожалению, нет. Но, в общем, вот так вот, ребята, я вам показал. Вы уже дальше подбирайте своих героев. Ничего сложного, в принципе, в этом архе нет. То есть у вас есть еще варианты Медуза, Бигфут. Можно ими пробовать. Вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.